Коллеги, рядом со мной Елена Воронцова, модератор нашей бизнес-сессии. Очень интересный. Здравствуйте. Здравствуйте. Очень интересна тема вашей сессии. Какие проблемы затрагивались? Наша конференция называлась «ЗОЖ и органика. Еда будущего». Такой очень интересный лозунг, под которым мы провели ее в этом году. Конференция привлекла большое количество предприятий, производителей, представителей ритейла, отраслевых союзов. Мы проводим ее ежегодно, но такого аншлага, который я видела в этом году, такого еще не было. И поэтому, конечно, как и сама повестка, она достаточно насущная и яркая. И действительно видно, что отклик она получила именно в зале. Расскажите, с чем связано? Люди наконец-то заботятся о своем здоровье, наконец-то смотрят, что они кушают. Или, в принципе, вот мир без отрыва все-таки, с отрывом, вернее, от пандемической ситуации, все-таки все равно стал больше заботиться о здоровье своем? Вы знаете, здоровый образ жизни – это прежде всего счастливый образ жизни. Поэтому в это понятие вот мы вкладываем такое расширенное понятие, потому что ЗОЖ, он для каждого свой. Да? То есть кто-то подразумевает, что авокадо – это ЗОЖ, а банан – это не ЗОЖ, и наоборот. Да? Mm-hmm. То же самое и здесь. Поэтому прежде всего выбрать то направление, которое делает вас счастливым, те продукты, функциональные продукты, которые позволяют вам в этой быстрой среде максимально реагировать на разные челленджи и оперативно мыслить, те продукты, которые будут выступать неким фьюлом, да, то есть таким для вашего мозга, для вашего организма, и которые будут способствовать вашему росту и быть счастливым. Но это не только продукты питания, это все, что касается этого направления. Мы говорили в рамках конференции, в том числе насчет и упаковок, на то, что сейчас нынешнему потребителю эта тема очень важна и близка, и к 2025 году будут уже такие большие изменения в этом направлении, которые должны сделать производители продуктов питания, формируя свой ассортимент, прежде всего обращать внимание, какие материалы они используют, и дальше, что они делают для того, чтобы эти материалы переработать. Поэтому вот эта повестка «Здоровый образ жизни» со стороны продуктов, со стороны осознанного потребления и эко-тары, упаковки и в целом всей культуры нашла прямое отражение в нашей сегодняшней конференции. Я завидую всем, кто был сегодня на вашей сессии. Это очень здорово. И надеюсь, что все ее участники были согласны с этой повесткой и что к 2025 году будет мир гораздо чище и экологичнее. Да, у нас на самом деле конференция была разделена на таких два блока, то есть с одной стороны здоровый образ жизни и второе органика, которая тоже является частью здорового образа жизни. Конечно, представители органического движения в целом и производители, хотелось бы больше послушать контента на эту тему, но мы постарались максимум его отобразить и, формируя состав спикеров, мы пригласили прежде всего аналитиков, те, которые дали платформу всем производителям, рассказав, какие тренды предстоят и будут, что происходит с потребителем, с его изменением, с его привычками, как повлияла на это пандемия. А также мы это раскрыли со стороны сетей, потому что сегодня важно максимально коллаборироваться с торговыми сетями, с каналами сбыта, вместе создавая интересные моменты для продвижения, которые могут отражаться как и в коммуникациях внутри магазина, так и в совместных программах. Потому что у нас есть одна общая цель – это воспитывать сегодняшнего потребителя и рассказывать ему простым языком, донося принципы здорового образа жизни, который касается как потребления продуктов, так и осознанного поведения в среде человека. Мы сегодня обязаны рассказать покупателю, что он хочет уже завтра. Мы должны прежде всего его услышать, вот так я бы сказала, не сказать ему навязав, а понимая, слыша покупателя, потребителя нашего, мы должны на эти вызовы реагировать, потому что все крутится вокруг него, а мы создаем среду, в которой он делает свой выбор. Я, как простой покупатель, очень рад, что такие профессионалы, как вы, существуете, вы делаете наш мир лучше. Спасибо вам большое. Благодарю.